Это Флаффи. Мосс Флаффи. 154-я ростовка. Покатался денек. Короче, очень крутой сноуборд. А, смотри, прикол какой. У него кембер вот отсюда, вот до сюда, чисто под задний. Для чего? Для того, чтобы такой короткий тейл работал, и чтобы он щелкал, чтобы он справлялся. То есть для этого он загнут вниз. При этом, приземляя дропы, ты просто бахаешь в тейл, он за счет кембера тебя притормаживает, кладет нос на снег. То есть он не выскальзывает у тебя. А, дроп приземляешь, нос на снег упал, а нос-то у нас вон какой. Огромный, рокерный, типа, смотри какая. Вообще, пуф! Вот, и он на снег кладется, но в него не может. То есть он об снег бьется и обратно, пум! То есть дропы выкатывать на этой доске очень прикольно. На трассе валит, ну, довольно быстро, то есть нос колбасится, но он колбасится где-то вот до сюда, вот так, мягкий очень. Вот, а под ногами доска очень стабильна, и за счет вот этого кимберочка тоже на заднюю присаживаешься на трассе. Она прям очень круто рулится, очень стабильная доска, и ощущение, как будто она жесткая. То есть она мягкая, это только вот тут. Вот, очень игривый сноуборд, очень крутой скользяк с графитом. Я не буду говорить, для кого эта доска, в этом вообще нет абсолютно никакого смысла. Это супер необычный снаряд. И человек, который купит эту доску, он знает, зачем она ему нужна. То есть мне нет смысла рассказывать, она для пухляка, это и так очевидно. Это супер пухлячный сноуборд. Вот, поэтому, если вы хотите чего-то необычного, если вы хотите четвертую доску в коллекцию свою в катании, вот этот вариант очень крутой, это очень необычный сноуборд. Прям, ну, вы у другого бренда что-то подобное вряд ли найдете. Короче, Флаффи, вот, у меня сейчас катание, ну, такое, да? Просто выживание какое-то, я вообще не знаю, где я, не знаю, куда я еду. Почему я остался один, тоже не знаю. Но Флаффи, вот он прям для этого, им очень легко здесь рулить. И я довольно быстро продвигаюсь. Ну, или мне так кажется. Димон, наверное, ждет меня долго. Ну, а что поделать? Сноубординг он такой. О, здорово, я тебя ищу. А я тебя. Она все это время снимала. Чел, хорошо, что ты мне ее дал. Да. У меня было выживание, приключение на Флаффи. Да в итоге заехал. Чувак, я был в самой жопе. И там ни одного следа. Было страшно. Я видел там только следы животных, прикинь. Короче, Флаффи пушка для Шерегеша. Да и вообще, блин, ребята, Флаффи. Это реально крутая доска, вот, блин, они ее выпускают только в одной ростовке, и это неспроста, потому что она уникальна, понимаешь, уникальна. Вот, но мне понравилось сегодня кататься, для сегодняшней кондиции Шерегеша это прям идеальный был сноуборд. Нет, очень короткий тейл, очень жесткий, и его вот нужно тебе в лесу поправиться, ты просто стоишь вот так вот, вот тык, поставил в другую сторону, и все. Что еще? А что еще? Крест. Даже трюкачить можно на нем. То есть он Олли прыгает прям с трассы. Я не знаю, там есть у нас кадр такой, где я с трассы выщелкиваю Олли. Может... Через заборчик. А, ну через забор, да, прыгнул. Но там, к сожалению, уехать не получилось. Там какая-то железяка внизу была. Я на нее попал, как на бордслайд. У меня выскользнула доска. Вот, ну мы, наверное, вставим этот кадр. Он прикольный. Вот, короче, прикольно сегодня покатались. Это был Moss Snowstick. Японский сноуборд Флаффи 154, выпускается только в одной ростовке. Доска топчик. Если хотите приобрести такую доску, подумайте, поймите, что она, это не необычная доска, это не All Mountain сноуборд. Это прям вот фрирайд, пухляк для таких вот прям совсем извращенцев, что ли. Ну, вы понимаете, о чем я. То есть это вот у кого уже все. Повернута башня. Это вот как пузико, на котором Димон в том году... Извращенец. Да, я извращенец. Это вот из разряда досок, как у Димона было пузико в том году, но пузико совсем для психов, отморозков вообще. Вот, а это, ну, как бы хороший сноуборд. То есть мне он очень нравится. Вот я говорю, на тестах, что у нас было, это мой любимый сноуборд. Но я не призываю вас просто бежать и покупать его. Это... Не основной сноуборд и даже не второй. Приезжайте на тесты,
пробуйте его. Да, да, приезжайте на тесты. Мы еще будем делать тесты и в следующем году в Шерегеше сделаем. С вами был Леха Чарси. Это был Most Snow Stick Fluffy 154. До новых встреч. Пока.